Друзья, всем привет! Сегодня у меня устройство от Huawei, и я покажу, как на нем поменять шрифт. Обратите внимание, что эта инструкция универсальная, то есть подходит и для телефонов Huawei, и для Honor. Что нам нужно сделать? Мы заходим в Play Market и сразу нажимаем на строку поиска. Открыли. Нажали. Здесь вводим запрос «Шрифты для Huawei». И сразу открывается вот такая страница. Нам остается установить приложение. Нажимаем на кнопку «Установить» и ждем установки. Готово. Открываем приложение. И сразу видим большое количество шрифтов. Какую из них устанавливать, вы решаете сами. Давайте какой-нибудь установим для примера. Нажимаем. После чего нажимаем «Скачать шрифт». Предоставляем разрешение, если в этом есть необходимость. Шрифт загружен. Нужно нажать на кнопку «Применить». Нам предлагают открыть приложение «Темы». Выходим на рабочий стол. Открываем темы, нажимаем «Мои темы» и видим наш новый шрифт. Вполне возможно, что он полностью отображаться не будет, как в моем случае. Ничего страшного в этом нет, выбираем его, далее нажимаем «Применить». Готово, используется новый шрифт. Таким образом, вы можете использовать любой другой шрифт из этого приложения. Я думаю, с этим у вас проблем не возникнет. Однако есть один нюанс. Как вернуть шрифт по умолчанию? Для этого снова открываем шрифты для Huawei. Нажимаем на три полоски. Далее тапаем по строке «Шрифт по умолчанию». Скачиваем шрифт. Теперь открываем приложение темы. Выбираем «Мои темы». И далее устанавливаем шрифт Roboto Normal 400. Нажимаем «Применить». Готово. Мы вернули шрифт по умолчанию. А если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.